честно, я такого еще не видел. Последние минут 20 до посадки люди буквально прилипли к иллюминаторам. Причем не только дети или какие-нибудь подростки, а даже те, кто прилетал сюда уже десятки раз. В общем, и я только сошел с трапа, у меня уже, по-моему, около гигабайта красоты в телефоне. Привет, друзья, мы на Камчатке. А как описать Камчатку двумя словами? Это океан и вулканы. И две эти мощнейшие стихии объединились на одном небольшом полуострове. Это Халаткырский пляж, и здесь черный песок. Очень редкое явление. Причина – извержения вулканов. Если в двух словах, лава извергается, высыхает на склонах, и спустя годы, превращаясь в миллиарды песчинок, все это разносит в океан, после чего приносит сюда, на берег. В этом черном песке очень много железа, и это легко проверить, если у вас вдруг почему-то в кармане оказался магнит. Даже такой. Вот, прислоняем. И он прилипает не потому, что мокрый, а потому, что это магнит. И многие забирают такой песок себе и увозят как бесплатный сувенир. Это открытый Тихий океан, и никого, ни души на много-много километров. А этот черный песок еще больше добавляет какой-то инопланетности этому пейзажу. Неудивительно, что Халактырский пляж, добраться до которого из города можно всего за 40 минут, одно из популярных мест отдыха. Даже летом океан очень холодный, примерно плюс 10 градусов, но тем не менее многие считают, что если не искупался, то зря приехал. Ваше впечатление? А это Сочи, это Краснодарский край. Ох. Гротовая, остров Старичков, мыс Опасный, попробуем рыбачить или здесь по погоде. Тут есть гальюн и спальня, можно вообще жить. Сейчас рыбу можно ловить вот здесь, и она не пахнет соляркой. Здесь даже киты, вот мы два раза за это лето видели китов, вот здесь. Это Авачинская бухта, самая большая бухта в мире, ее площадь 215 квадратных километров. Вдумайтесь, если сюда пригнать весь мировой торговый флот, он спокойно поместится и еще место останется. До открытого океана 15 километров по воде. Погнали! Один из самых известных видов бухты Скалы Три Брата. Подойти к ним поближе можно, но пришвартоваться нереально, да и не нужно. Там живут только птицы. Привет, чайки! Привет! Так, мы наловили крабов, и сейчас будем косплеить известный мем из интернета и проверим, насколько опасен краб с холодным оружием. Так, ну-ка, бери. Но цепляй же его. Так, а может быть ты более опасный? Давай, ослабляй клешню. Вот самый опасный краб Тихого океана. Вот он. Все, отдыхайте. Нельзя жить на Камчатке и не быть заядлым рыбаком. Рыба здесь буквально сама просится на крючок. Просто опускаю. Так. Когда будет сливать? Что делать? Вызело должно долететь до дна. Шнур дает слабину, когда оно дойдет до дна. Ложок закрываете обратно. Опа, опа, опа. Так, крутим. Какой красава!
такая здесь традиция. Нужно поцеловать и выбросить его в море. Птичьи базары, безумно красивые виды, бирюзовая вода. О чем еще может мечтать турист на Камчатке? Конечно же, о китах. Увидеть этих морских гигантов – вот главная наша задача на сегодня. А? Кит. Там кит! Где? Да ладно! Это настоящий кит! Вот он! Два кита! Прямо на курсу! Два кита! Сейчас будем есть уху из рыбы, которую мы поймали сами. Я боюсь, что сейчас супом мы обольемся. Надо наливать не до краев, на донышке. Вот тут добрый кусок рыбы. Очень вкусно. Во время морской прогулки скучать не приходится ни минуты. Вокруг постоянно кипит жизнь. То шумные птичьи базары, то величественные киты, а теперь вот любопытные сивучи. Привет! Как они на нас смотрят! Так и хочется прям погладить. Вообще, такой потрогать его. Ой, ой. Так, все, мы их напугали коптером. Ой, ругаются. О, он запрыгивает. Казалось бы, такие неловкие животные, но хоп, и запрыгнул, как кошка. Невозможно в полной мере передать эмоции, которые дарит морская прогулка на Камчатке. Это обязательный пункт вашей поездки. Просто поверьте на слово. 10 часов на катере по Тихому океану. Казалось бы, это будет очень долго, но пролетело как 3 минуты. Это значит, сюда, на Камчатку, нужно вернуться еще и в следующий раз обязательно полетать на вертолете.